Один із найбільших кінотеатрів у Дніпрі «Правда кіно» відсвяткував 10-річчя. Ювілей співпав із світовою прем'єрою стрічки «Аліса в Зазеркаллі». До речі, кожну прем'єру вправді намагаються відзначити тематичною вечіркою. Але до власного дня народження постаралися особливо. Много неясного в странной стране, можно запутаться и заблудиться, даже мурашки бегут по спине. Если представить, что может случиться вдруг... Наша история про страну чудес, Зазеркалье. Там чудесно, она понравится всем. И взрослым, и детям. Приходите, посмотрите. Алиса в Зазеркалье. Вдруг будет пропасть, и нужен прыжок. Струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело, а? Так-то, дружок, в этом-то все и дело. Мне нравится ваша форма головы. Я хочу сшить для вас шляпку. Вы не против? Нет. Долой Красную Королеву. Я найду чая, вы не против? Добро и зло в стране чудес, как и везде встречаются. Но только здесь они живут, на разных берегах. Здесь по дорогам разные истории скитаются. И бегают фантазии на тоненьких ногах. Пришли, потому что хочется верить в сказку, потому что верим в сказку, потому что сказка в обыденности придает сил и энергии. Для того, чтобы двигаться к целям, нам нужны ресурсы. Сказка дает очень мощный ресурс. Кинотеатр любим, посещаем практически все мероприятия с ребенком. Все весело, все немножко таинственно, как и подобает миру детей. Как и нужно нам, взрослым, периодически, чтобы включаться в эту энергию и радоваться жизни больше, чем мы, взрослые, умеем радоваться. Качество кинотеатра хорошее. Очень весело здесь. Выпьем чаю. Мои любимые персонажи – это кот и шляпник. Ну, потому что она сказочная, и любимый персонаж, разумеется, Алиса. Было замыслов делать такой большой кинотеатр. Мы хотели просто что-то выстроить, немножко облагородить и восстановить, чтобы было просто нормальный кинотеатр в этом районе, потому что у меня был партнер, который тоже родом из этого района, и у него такая была ностальгическая идея, и мы эту идею просто поддержали. В процессе менялось очень много мыслей, идей, концепций, там, визуализации и всего остального. В конце концов мы к какому-то пришли, к какому-то более европейскому виду и сделали его немножко как бы дороже, чем этого требовало время. То есть сделали его правильно на перспективу. Поэтому как бы на сегодняшний день мы видим, что в принципе он сегодня соответствует тому и виду, и наполнению, и функциональному назначению. Здесь детей больше, чем людей, которым за 50. Это говорит о чем? О том, что мы в правильном направлении работаем. Я могу долго рассказывать о тех проектах, которые мы делали. К сожалению, мы можем охватить только определенную аудиторию, живущую здесь, потому что в кинотеатры ходят люди по месту жительства. Но за 10 лет мы приняли больше 3,5 миллионов человек. 3,5 миллиона человек, которые получили определенную информацию. Что они с ней сделают? Это их выбор. Но это была та информация, которую мы хотели, чтобы они получили. Happy